Всем привет! Сегодня расскажу вам о таком вот довольно простых ножах, которые везде можно купить. Я их тоже нередко использую на рыбалке. Эти ножи, там надо что-то отрезать. Вот, пожалуйста, все можно отрезать, да, все легко отрезается. Но расскажу вам одну небольшую хитрость. Ножи эти часто, да, вот режущая поверхность у нас с краю, да, как правило. Мы режем что-то, да, вот такой вот именно краем этого ножа. Она часто приходит в негодность, потому что затупливается. И раньше я даже вот не знал такой хитрости, такой тонкости. Для меня это было открытием, может быть, для вас нет, но для меня да. Вот, я бы выбросил бы этот нож, но узнал я тут такую хитрость, как сделать так, чтобы этот нож снова играл, снова работал. Вот, к сожалению, у этого ножа у меня потерялась такая штучка, но у каждого ножа с этой стороны есть вот такая вот черная, такой черный элемент. Он легко вытаскивается, вот на примере этого ножа. Здесь есть прорезь, а в полотне ножа есть такие специальные вот такие вот дырочки, ну не дырочки, а надсечки. Раньше я тоже о них не очень знал, не очень даже видел. И вот что мы делаем. Вставляется в эту прорезь этот наш нож. Вот мы его вставили. И теперь просто аккуратно начинаем. Главное себе лицо не сделать. Хоп, все. Мы отрезали. У нас снова острый начинается край. То есть можно и дальше резать, да? Ножик-то достаточно длинный. Все отрезано. Мы снова продолжаем с радостью использовать этот нож. И он прослужит, я думаю, не один год. Вот у меня бы раньше он служил, там, не знаю, там, ну, полгода, ну, год. Но вот с таким теперь знанием он у меня будет служить гораздо дольше. И это, я считаю, здорово. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем вместе изучать всякие хитрости, тонкости рыбалки и всяких вещей, которые сопутствуют рыбалке. Удачи!